Это не рыцари в доспехах, это воспитанницы всех отделений хоккейного клуба «Скиф» со всей Нижегородской области, в частности, вратари. В Богородском ФОКе «Победа» прошел 7-й ежегодный праздник женского хоккея. 120 юных хоккеисток вышли на лед, чтобы вместе отметить этот международный праздник. И мы со всех сторон нашей Нижегородской губернии привозим детей на этот праздник. И вот видите, сейчас они от мала до велика, они будут сейчас выступать, показывать в конкурсах свое умение, свою скорость, свою, ну так скажем, квалификацию, которую они уже на сегодняшний день получили. Но это только радует. Все больше и больше девочек и девушек приходят во все отделения «Скиф», чтобы встать на коньки и взять в руки клюшку. Сейчас женским хоккеем в нашей области занимаются больше 200 юных спортсменок. И это количество уже давно переросло в качество. Примером тому служит флагман нашего региона – команда «Скиф», которая выступает в чемпионате России. Но, как говорится, нет предела совершенству. И сейчас, как никогда, назрел вопрос об открытии специализированной детской и юношеской спортивной школы. В руководстве «Скифа» просят областное правительство прислушаться к ним. Ну а наглядным примером, что этот вид спорта нужен и он пользуется огромной популярностью, являются вот эти юные хоккеистки. На празднике в Богородске участников фестиваля разбили на две возрастные группы. Девчонки соревновались в различных конкурсах и эстафетах. А закончилось все товарищеским турниром.